Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня мы будем выживать в мире зомби-апокалипсиса. Вот, ребята, в принципе, игра у нас уже начнется через одну секунду. Нас телепортируют на карту, где будет очень-очень много зомби, и где нам предстоит выживать. Вот, смотрите, я уже на карте. Тут, короче, произошло крушение самолета, мы все, короче, уцелели. Вот, смотрите, нас тут целая команда, и поэтому сейчас мы будем спасаться и драться с зомби. Вот, пока что их не особо много, потому что игра только началась, но со временем их будет становиться все больше и больше, и нам будет все сложнее и сложнее с ними драться. Вот, а также на всей карте расставлены всякие сундуки со всякими прикольными оружиями, патронами и так далее. Поэтому, ребята, пока зомби не так много, я вам предлагаю быстренько залутать все сундуки, которые я смогу найти. Так, смотрите, как много патронов, это прям то, что надо, ребята, офигенно. Ой, смотрите, уже первые зомби начали появляться, и отлично, одного я убил, это очень хорошо. А ну-ка, давайте забежим вот в этот банк. Да, я так понимаю, это какой-то банк, и мне кажется, в банке... Ничего себе, сколько здесь зомби, ребята, вы только посмотрите, их тут просто целая куча. А ну-ка, получайте. Самое главное, это стрелять им прямо в голову, потому что если стрелять в голову, то они умирают с одного выстрела, а если стрелять, например, в грудь там, или куда-нибудь в ногу, то... Их нужно будет убивать целых четырьмя выстрелами. А это, ребята, очень на самом деле не круто. Поэтому нужно стараться попадать прямо в ихнюю голову. А ну-ка, давайте забежим вот сюда. И ничего себе, сколько здесь сундуков, ребята. Вы только посмотрите. Но почему-то они все закрыты. А ну-ка, о, а вот этот открыт. Отлично, смотрите. У меня есть аптечки, у меня есть патроны. И у меня даже есть еда. Отлично, давайте покушаем. И сейчас постараемся обстрелять всех этих зомби. Пипец, ребята, меня окружили. Нужно по-быстренькому свалить отсюда. Выбегаем из этого здания и бежим куда-нибудь вот туда. Это просто, ребята, жесть. Короче, давайте куда-нибудь вот сюда забежим и будем, наверное, держаться вместе со моими союзниками, потому что так будет намного легче, чем бы я, если бегал один. Вот, поэтому давайте, ребята, где-то вместе будем прятаться. А ну-ка, чувак, все, я буду бегать с тобой, и мы с тобой вместе будем выживать. Ты же не против, да? Думаю, он не против, и поэтому... Поэтому, ребята, давайте как-то отстреливаться от этих зомби. Ничего себе, как он быстро бегает. Нет, он убивает нашего. Ух, ребят, я спас его. Офигенно. Так, ладненько, стреляем вот в этого зомби, вот в этого. И, ух, это только начало игры, а тут уже столько много зомби. Ребят, вы только прикиньте, что будет дальше. Это же просто будет полный пипец. Ладно, у меня уже есть опыт игры в зомби-апокалипсис. Я уже снимал эту мини-игру, и поэтому, я думаю, мы сегодня постараемся победить. Вот, смотрите, времени до спасения осталось 3 минуты, поэтому нам нужно как-то это время продержаться, вот. Но мне кажется, вот на этой открытой территории это как-то вообще не вариант, и мне кажется, нужно куда-то забежать в какое-нибудь здание или в какое-нибудь поле. Да, смотрите, вот как раз-таки, например, вот сюда можно забежать, и как раз-таки вот здесь, мне кажется, будет довольно круто отстреливаться от этих зомби, и помимо этих зомби, здесь еще должны быть сундуки. Да, смотрите, сундучок, правда, правда он открыт, да, отлично, аптечка. Ой, ничего себе, зомби, они как раз таки очень скрытно подходят через эти кусты, и это, ребята, очень плохо, смотрите, я их вообще не вижу. А ну-ка, иди отсюда, дурацкие зомби, блин, мне кажется, это не самое лучшее место, где можно прятаться, поэтому, ну эти заросли нафиг, нужно отсюда по-быстренькому свалить. И, ух, все, я выжил, и давайте прямо сейчас выпьем аптечку, потому что, ой, ничего себе, зомби летать начали, ребята. Смотрите, офигеть, да ну их нафиг. Смотрите, как они летают жестко. А ну-ка, получай тебе, лошара. Я сейчас достану нож и буду вас просто кромсать на куски. Получай, тебе, зомби, и тебе, и тебе. А ну-ка, все, всех размочил, поэтому нужно по-быстренькому покушать и продолжить с ними сражаться. Получай. Офигеть, а интересно, где все люди? Я пока что никого не вижу. И на самом деле, ребята, это вообще не круто. А ну-ка, давайте залутаем сундучок. Отличненько, патроны. Прямо то, что мне и нужно было. Сейчас, короче говоря, нужно найти своих союзников и держаться вместе с ними. А, вот они, смотрите. Они все находятся вот в этом гигантском здании. И на самом деле это очень круто, потому что в команде, как я уже и говорил, у нас будет гораздо больше шансов на победу. И поэтому давайте, мои союзники, убивайте этих дурацких зомби. Все, ребята, думаю, мы с ними сможем выиграть. И поэтому давайте им помогать будем и стрелять в этих дурацких зомби. Получай, получай.
Слушай, вот это какое-то оружие М16, оно какое-то косое, поэтому, ну его нафиг, лучше я с него не буду стрелять. А ну-ка, кстати говоря, вот там вот я вижу сундучок, да, ребята, видите? И мне кажется, его нужно как-то залутать, да. Но пока что я как-то вообще не хочу выбегать из этого здания, потому что на улице, наверное, вообще миллионы зомби. Блин, ребята, у меня кончились патроны в пистолете. Это очень плохо, поэтому нам нужно сейчас как-то выбежать наружу и попытаться найти какое-нибудь оружие, какие-нибудь патроны и так далее. А ну-ка, ребята, пипец. Вы только посмотрите, сколько здесь зомби. Ладно, бежим куда-нибудь вон туда. И пока все эти зомби отвлечены на моих союзников, я сейчас тогда без проблем постараюсь найти эти самые боеприпасы. А ну-ка, ребята, где же они могут быть? 100% они есть вот на этом поле, вот, но на этом поле также не особо как-то весело бегать, потому что здесь могут быть зомби, ребята, вот, поэтому нужно как-то побыстрее найти сундучок и убежать отсюда. А ну-ка, вот сундучок, лутаем, лутаем, раз, два, три, и быстренько убегаем. Вроде как я спасся, залутал некоторые ресурсы, и это очень круто. О, смотрите, еще сундучок, а ну-ка, давайте его тоже залутаем, и нифига себе, у меня теперь даже... Нагрудник есть, офигеть, ребята, это очень круто, поэтому давайте продолжать лутать всякие сундучки. И, кстати, смотрите, куда я прибежал, это же банк, а в банке у нас есть очень крутые вещи, но там также могут обитать зомби, поэтому, ребята, нужно как-то на корточках вот так вот аккуратненько сюда пройти, по-быстренькому залутать все сундучки и также по-быстренькому отсюда свалить. А ну-ка, о, да, ребята, тут очень много крутых сундуков, и поэтому, блин, меня уже начали атаковать, а ну-ка, получай, лошара, быстрее лутаем этот сундучок и как можно скорее валим отсюда. А ну-ка, последний, третий сундук или четвертый, я уже не помню на самом деле, какой он по счету, но это не важно. Быстрее, ребята, выбегаем и, ух, все, вроде я выжил, и смотрите, я на самом деле очень вовремя убежал с этого банка, потому что сюда нагрянула целая толпа этих дурацких зомби, поэтому, ну их нафиг, нужно отсюда валить, ребята. А ну-ка, куда, интересно, бежать надо? Что такое? Почему у меня все черное стало? Я ничего не вижу. Ребята, блин, нужно быстренько использовать аптечку, а иначе я просто умру, короче говоря. И, блин, я уже быстро бегать не могу. Мне нужно срочно покушать. И эти зомби меня зажали. Нет. Только не это, ребята, вы прикиньте, они меня уничтожили, смотрите, они бегут за моим союзником, и он тоже умер, это просто пипец, ребята, короче говоря, все мои союзники, в том числе и я, проиграли, и это вообще не весело как-то. Ну ладно, давайте сыграем вторую игру. Так, мы уже на карте, и короче, ребята, самое главное, это нужно залутать как можно больше ресурсов с самого начала игры, потому что потом мне вообще будет не до ресурсов. Меня будут окружать эти дурацкие зомби, вот, ну и пока что их нету, и поэтому нужно как можно быстрее, как можно больше залутать этих самых патронов, еды, аптечек и так далее. Поэтому, ребята, давайте по-быстренькому отсюда выбежим и уже будем искать всякие прикольные штучки. А ну-ка, хопа, все, я наружу, и поэтому так, давайте побежим вот в это здание, потому что оно довольно большое, и мне кажется, в нем должно быть очень много всяких прикольных сундучков. А ну-ка, давайте забежим в вот этот спортзал. И тут у нас... Да, я вижу сундучок, ребята, отлично. Давайте его по-быстренькому залутаем. И хоп-хоп-хоп, отличненько. У меня уже на самом-то деле приличное число патронов. Приличное число этих самых аптечек. Целых две у меня их есть. И это не может меня не радовать, ребята. Это очень круто. А ну-ка, но все же... О, ничего себе, а вот и первый зомби, ребята. Давайте его по-быстренькому убьем и продолжим лутать всякие ресурсики. Пока что, я думаю, не буду тратить никакие патроны на этих зомби, потому что пока что их мало, и они не представляют мне никакой опасности. Вот, поэтому так. В банк, я думаю, уже не буду забегать, потому что, ребята, там уже какой-то чувак есть, и он, мне кажется, уже залутал все мои сундуки, поэтому не. Пожалуй, я туда не побегу, а побегу я как раз-таки вот на эту заправку. Да, мне кажется, здесь должен быть сундук. А вот и сундук. А ну-ка, открываем его. А чё его открыть не могу, слышь ты?
смотри, дурацкий сундук, ну пипец теперь. Ладно, вроде как вот в этом здании тоже есть сундук, ничего себе. Здесь прямо передо мной заспавнился зомби. Нет, только не это, ребята, у меня половина жизни осталась, нужно быстрее убегать. Ух, не, пофигу на этот сундук, лучше я вызову, но не залутаю этот сундучок, собственно говоря. Вот, а ну-ка, нужно быстрее перекусить, а то у меня жизни не регенерируется. И, в общем-то, нужно где-то спрятаться, ребята, нужно найти моих союзников, потому что, как я выяснил, когда держишься вместе со своей командой, намного легче выживать и намного легче спастись. Поэтому давайте, мои союзники, я буду держаться с вами и буду вам также помогать атаковать этих дурацких зомби. Получай тебе, все, отличненько. И тебя я тоже убью, дурацкий быстрый зомби. Ух, ребята, все, вроде пока что у нас все под контролем, мы всех убиваем, и это очень хорошо, ребята. Вот, поэтому давайте продолжать атаковать вот этих дурацких зомби. Получай, зомби, и тебе получай. Ой, ничего себе, это как они меня ударили, я же был так далеко. Ой, он забрался, это как так быстро произошло, ребята? Офигеть, они меня убили просто за какую-то секунду. Я только отвернулся, а они меня уже сзади закушали. Пипец какой-то. Эх, это было очень обидно, но на этом я уже, ребята, буду заканчивать. Поэтому, если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайки. Ну и, в принципе, с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!